И всем привет, с меня Александр Навасов. И сегодня вот, я сегодня включаю CSGO. И тут у меня такой вот смех начинается. Что? Что это такое? Это что, обновление Valve? Что это? Это что? Это MP5 SD? Что? Новые обновления в CSGO? Да ладно, мы можем еще посмотреть это на нашем этом персонаже. Как это все? Ну... А, это у элитов даже есть всяких вот этих. У теров это есть, смотрите-ка. Эта пушка есть. Офигеть, это что за пушка такая? А что, на нее скины-то есть? Нет? На нее скины, наверное, есть еще, смотрите. Получается, вышла какая-то пушка. Сейчас как-нибудь посмотрю. Во. Ща, если найду. Вот она. Была, значит, этот, MP7. Ребят, это не мод, ничего. То есть, вот она, обычная вот MP7. То есть она, да, это обычная MP7. А за место MP7, то есть вот здесь вот, где стояла вот эта вот херня, вот она. Тут можно теперь поменять на MP5, мать его, на MP5. Я не знаю, правильно ли снимает вообще. MP5, вы понимаете, просто вы можете теперь поставить MP5 из CS 1.6. Ну не знаю, как в Source, тоже там было. Ой. Новые скины, да ладно. Давайте поищем. Сейчас я буду искать эти скины. К этой фигне. Надеюсь, здесь они есть. Ну, вообще сначала надо проверить пушку, нет? Давайте с ботами зайдем. Я не знаю, давайте без ботов. Зайду на Dust. Как я давно не играл с ботами. Ладно, я шучу, я не с ботами, я не с ботами, да ладно. Я что-то залагал немного CS. Сейчас. Просто захожу такой, смотрю, опа, это MP5. Да ладно, я думаю, такой, опа, что такое? Она вроде еще с глушителем какая-то. То есть она какая-то модернизированная даже. Но в CS GO добавили это, блин, это как-то странно, ребят. Я был не уверен, что добавят какие-то новые пушки, но вот она. Почему именно сейчас? Потому что обновление вышло сегодня, так как я вчера играл в CS, и там нифига не было. И тут я сегодня захожу, опа, новая пушка, как так? Хотя вчера вечером CS лагало, и достаточно-таки лагало, да. Так, давайте проверим спецов. У них есть же этот MP5, нет? А я не могу его взять, но он существует. Он есть. Значит, давайте сейчас как-нибудь... Я не знаю, как сделать. Может как-то давайте напишу здесь SV-Cheats1 и напишу здесь Give Weapon. Как он называется? MP5 SD. Во! Он даже в команде прописался. Да ладно. Во, смотрите, как он выглядит, как он осматривается в игре. То есть, ну ладно, это мои скины. Это ничего особенного такого нет. Вот. И вот анимация, вот эта вот. Она даже двойная, смотрите, анимация. Во, видите? Вот. Вот. Она рандомно тоже работает. Видели, да? Вот так вот. А теперь смотрим анимацию вот такую вот. Во! Полная анимация. Так, он еще раз стал осматривать. Ну, окей, окей. Все, что-то залагало. Смотрите, как стреляет. Да ладно! Охренеть! Что? Что такое? А что, глушитель не снять, нет? У него уже есть глушитель. Вы что? Он же стреляет не просто так же. SD это весь глушитель. Ну, теперь вообще... Охренеть, это вообще круто. Например, смотрите, можно вообще ниндзя теперь быть. Вот смотрите, допустим, поставили бомбу или не бомбу, просто вы охраняете, с шорта идут, например, враги. И вы, ну, здесь вы спрятались где-нибудь, может, смоук где-то выкинут. В общем, прикол в том, что враги такие идут, а ты такой... И убил их. Убил врагов. И они не понимают, что это за пушка и как вообще кто с нее играет. Вот так вот она выглядит, ребят. Такая вот новая пушка. Странно, что они ее добавили, Valve. Это не мод, ребят. Это просто не мод. Вот как-то так вот.
сейчас зайдем за... Т. Теперь зайдем. То есть вот она моделька. Вот как она выглядит. Моделька это. Скина. Извиняюсь, то, что там пистолет мой валяется. Ну да ладно. Давайте закупимся. Мне тут было, по-моему, сейчас. То есть заходите в ППМ и заходите сюда. $1500 стоит. Но стреляет она вообще капец. То есть, смотрите, вот, например, если вот так вот стрелять, то есть, вот так вот, выпрыгивать. А я даже не знаю, как она стреляет. Я еще с нее никого не убивал. Давайте, я не знаю, бутат пропишем. Давайте 3 на 3 сыграем. 4, блин, вот, кик. Вот, ад. Так, окей, ладно, двое и один за меня один. Давайте. Просто проверим. Вот они сразу идут. Так, одного убил. Странная, конечно, пушка, не понимаю, как с ней играть. Она не стреляет, она не попадает. А боты-то эти, как безобидные. Почему-то спавнились, я думал, нормальные боты будут. То есть, если научиться стрелять с этой штуки, можно нормально пострелять. Как-то так. Давайте мы максимальное количество ботов спавним. И проверим, как это все действует сейчас на игре. Давайте. На эту штуку должны быть скины. 100% должны быть скины на эту штуку. Смотрите, вот вы выходите такой, хоба, убили. Извиняюсь, если залагало, у меня тоже залагало почему-то. Выходите такой, смотрите. Выбегаете, выбегаете, выбегаете. Стоп, никого что-то нету. Странно. Боты, боты, что сказать. Ладно, идем сюда. Что они там говорят, например, заспавню бомбу. Что, они друг друга еще убивать начали? Или что? Ладно, не важно. Давайте. Например, вот. Сценарий с закладкой бомбы. Смотрите. Я заспамнил бомбу. Я сижу с этой новой пушкой. Выбегает враг. Я его убиваю раз. Убиваю два. Сейчас выйдет он. Не знаю, откуда он выйдет. Откуда? Оттуда, снизу. Странно, что они не вышли. Вот так вот она стреляет. Если с нее научиться стрелять, то она стреляет достаточно хорошо. И мне это нравится, ребят. То есть нормальная пушка. Я сделал минус 4, просто вот. Ну, если научиться с нее стрелять, потому что с каждого оружия в CSGO надо учиться стрелять, поэтому вот так вот как-то. Теперь вот на полный попробуем. На полной тиме попробуем пострелять. Вот последний раз, и все, и надо заканчивать видеоролик. Давайте проверим. Меня немного лагает почему-то. Вот смотрите, вы, например, стоите на шорту. Выпрыгиваете вот так вот и начинаете стрелять. И извиняюсь, что я попал по союзнику, не убил врага. Но, например, вот, ну ладно, не буду повторять это. Например, вот, я выпрыгиваю такой и убиваю врага. Одного. Так. Граната, например, допустим, вот так. Я ее закинул вот так, чтобы она взорвалась. Там, там сидит. Я знал то, что он там сидит. Там еще второй. Не, ну если научиться играть, потому что 30 патрон, ты еще здесь. То есть если научиться стрелять, то нормально. Как бы я сейчас не стараюсь. Я же не играю с игроками, я играю с ботами, поэтому... Я как бы сейчас не стараюсь играть. То есть вот так вот стоять, чтобы они не задефьюзили. Если научиться стрелять, то можно попадать и сразу в хедшот. Но так как я сейчас не понял вообще, как эта пушка еще работает, я почему-то убиваю в ноги почему-то их. Ладно. Ну, допустим, ладно. Сейчас они оттуда, наверное, выйдут. Нет. Там сколько их осталось? 5 человек. Ну, пусть идут, ладно. Так вот. Так, перезарядка. Ну, я, ну, патронов нету, все. Патронов мало дается, может потому что я убил пол тима здесь. Так, ну все, 3 патрона.
ребят. В общем, все, мы закончили. Сейчас я еще вам покажу модельку этого оружия еще раз. Чтобы вы, ну, вообще поняли, что это за пушка такая. Вот, кик. Итак, вот что это за пушка, еще раз показываю. Вот такая вот пушка, ребят. И вот она, ее добавили в Valve сегодня. В общем, вот так вот. Можете с нее сыграть. Вот так она выглядит, если, ну, если она валяется. Ну, как она вообще выкидывается, вы поняли. Вот так вот она делается. То есть вот так вот. Ребята, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.